Сегодня 19 июня, Лион. Развивается, растет, цветет. Гербицидная обработка здесь была, секатор турбо, достаточно уже, можно сказать, позднюю фазу, но все так вроде бы получилось. То есть лен местами уже был не в фазе елочки, но ничего, получилось и хорошо. То есть достаточно чистый, здесь также был противозлак. По густоте пока не понимаю, хватает густоты, не хватает, потому что я со льном ранее не сталкивался. То есть здесь было где-то 5 миллионов семян посеяно, штук на гектар. Поэтому поначалу казалось, что, наверное, редко. Сейчас вроде бы более-менее кажется, что может быть и нормально. Поэтому лен цветет, лен уже где-то и отцвел. Где-то только бутоны появляются. То есть это нормально для него. Посмотрим, как будет дальше развиваться картина со льном. Но пока все получается. Вопрос уже в урожайности и в густоте. То есть стоит ли его загущать, если урожай будет невысокий, то, наверное, стоит попробовать загустить. Если урожай будет нормальный, то есть в пределах хотя бы там 18-20, то в целом можно оставить в этих пределах. Ну, и у меня пока глаз, можно сказать, еще не набит ни один, ни другой. Поэтому лен для меня является загадкой. Хотя есть культуры, которые остаются загадкой поныне. Допустим, такие как соя. Но уже сейчас все равно полегче эти ребусы гадать. Потому что когда ты имеешь какой-то опыт, легче. Ну и другие культуры все равно приносят какие-нибудь свои причуды. Такая вот сейчас картина по льну. Ну, не могу сказать, что там были какие-то сложности. Все нормально. Все нормально. В основном сложности в нас самих. Так что вот так. Сегодня 19-е. Лен цветет и пахнет.